Карлос Бакка. Недес. С углового мяч будет виден. Филипп Эксес. Ножницами бьет. Вратарь тащит. И как опасно пробил. Невероятное спасение. Будет угловой. Филипп Эксес. Удар в штангу. И удар головой. Опасный, трудный для вратаря, но не точный. Итак, замена. Футболист покидает поле, и болельщики им явно недовольны. Да, сегодня он показал не лучшую игру, и просто не его день. Такими действиями игру не обострить. Был фол, а вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. Алексей Березуцкий. Диего Коста. Диего Коста сегодня вдоволь помочит оборону соперника. Артем Дзюба! Не попадает игрок в ворота, и его команда по-прежнему отстает в счете. Найджел Де Йонг. Алессио Черчилль. Сейду Думбия. Жереми Менес. Карлос Бакка. Менес. Прекрасный навес! Это пас. Ну что, посмотрим, какой силы удар у этого вратаря. Алексей Березуцкий. Мяч ушел вам. Филипп Миксес. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Артем Тюб. Арбитр назначает штрафной. Не стали тратить время игроки на подготовку штрафного. Быстро ввели мяч в игру. Сейду Думбия. Хорошо вратарь сыграл в этом эпизоде. Прыгнул, спас команду. Здорово. Выбрал позицию, прочитал передачу, совершил перехват. Хосе Калихон. Поистине надо совершить подвиг, чтобы вытащить этот матч. Но титул, вы знаете, это всегда подвиг. Так что надо бороться. Но, впрочем, у этой команды есть еще возможность получить заветный трофей уже в следующей игре. Денис Черышев. 7 минут остается до конца дополнительного времени.
Марио Фернандес. Кристофер Самба. Хороший пас во фланг. Есть поддержка в этой атаке. Можно что-то придумать. Неудачный навес. Вратарь без проблем забирает мяч. Марио Фернандес. Думбия. Артем Дзюба. Вратарь выходит и забирает этот мяч. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Алексей Березуцкий. Жереми Менес. И матч завершен. Итак, это поражение. Не тот результат, которого ожидала команда и у тренера, я полагаю.